Как только расписались в ЗАГСе, проехались на лимузине, всех разместили в ресторане, дешевле было в магазине. Женись невестой в центре зала, официанты наливают, гости сказали пару тостов, наелись быстро и скучают. Вы пригласите меня на свадьбу, я буду лучшим из гостей. Я украду у невесты платье, и свадьба станет веселей. Я буду мамам улыбаться, и к дружке буду приставать. Ну а невесте шепну на ушко, что если что, я буду ждать. Тут тамада нарисовался, и сразу конкурсы пошли. Уговорил играть всех в прятки, а деда так и не нашли. Целуются молодожены, и пусть у них все будет гладко. Только зачем кричать им горько, если двоим реально сладко? Пригласите меня на свадьбу, я буду лучшим из гостей. Я украду у невесты платье, и свадьба станет веселей. Я буду мамам улыбаться, и к дружке буду приставать. Ну а невесте шепну на ушко, что если что, я буду ждать. В конце всей этой свадьбы развеселилась вся родня. Невеста свой букет бросала, ну а поймал, конечно, я. Вы пригласите меня на свадьбу, я буду лучшим из гостей. Я украду у невесты платье, и свадьба станет веселей. Я буду мамам улыбаться, и к дружке буду приставать. Ну а невесте шепну на ушко, что если что, я буду ждать.